Здравствуйте, коллеги. Наш пресс-центр retail.ru продолжает свою работу на выставке World Food Moscow. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Петрухин Егор, я руководитель отдела продаж Пучевского сыродельного завода, это Ивановская область, город Пуч. Расскажите, пожалуйста, сколько сыров вот вы делаете, сколько наименований, какого они вида, мягкие, твердые? Ну, у нас сейчас около 55 наименований сыра. Буквально через некоторое время у нас запускается новая итальянская линия по производству мягких сыров. Будет рассольная моцарелла, будет буррата, качкавалла, стик-палочки, чечил, коса. А на сегодняшний момент, как я и сказал ранее, мы производим 55 SKU. Вот. Это колбасные сыры, мягкие, твердые, полутвердые. И мы еще производим сливочное масло, уникальное для нашего региона прямой фасовки, то есть без контакта с воздухом. Здорово. Подскажите, пожалуйста, где вы берете сырье? Откуда-то завозите или оно местное? Сырье у нас местное, которое мы берем непосредственно в Пучевском районе, где нет никакой промышленности, нет никаких текстильных производств, ни тяжелой промышленности. Экологически чистый продукт. Да, мы находимся на берегу Волги. У нас получается, мы находимся на 170 километров от Иваново и на 130 от Нижнего Новгорода километров. Замечательно. Вижу в ваших руках один из вариантов сыра. Сыр мягкий, кавказский. Пару слов о нем можете сказать. Да, я как раз принес его показать. Это один из лидеров продаж. Это мягкий кавказский сыр, натуральный, где используется 9 литров молока на килограмм сыра. Потом используется натуральное копчение альхабук. Звучит просто потрясающе. Давайте еще скажем, есть ли у вас стенд, куда могли бы наши посетители выставки прийти и оценить достоинство качества? Да, конечно. Мы представлены в стенде, где находится Ивановская область. Это 1551. D1551. Друзья, да, обязательно приходите, обязательно найдите этот стенд, потому что очень вкусно рассказывают, но очень хочется попробовать. Подходите, всех накормим, все покажем, все расскажем. Пожелаем вам удачи, и абсолютно экологически чистый продукт, при этом при всем закрывает практически все потребности конечного покупателя. Это же потрясающе. Спасибо вам за вашу работу и надеемся, что выставка подарит вам много новых контактов. Спасибо большое. До свидания. Приходите.